вруби коня без гильды. Или медис. Вот, и был на ФК Алгалона. Да. Я... Это Джастер, да? Да. Веселая была для меня ФК. С пула залагал, лежал весь пул. Нормально. Прикольно. Говно большое, не пролазит дверь. А, да? Есть Да, такая? реально. А, да да хуйня. Я таких маунтов сразу доджу. С этим раз и навсегда. Беги, малышка, беги. Ты юзнешь, да? Уже. Да там бомбы ебанутые эти, блядь. Он на Там не всех сильно попал. больше долбоссу чисто. Да. Я еще там первое время не дамажил сначала. Пошел, блядь. Фирменный. Ай, какой урон тут, это же не сухой. Воу-воу. Когда на пол. О, там типы снизу погнали. Сейчас приду сзади.
Трой, ты ведь не думал, что в самом деле сможешь сбежать? Босс сейчас активируется. Держу курс. А, то есть у меня идет на пол, но не идет на пол. Вот так? Ну вот на мне баф на пол висит, я дамажу ему полку. Скажи, дохуя этот арбалет давал, это пиздец. Отлично. У нас мало времени. Ты про какой арбалет у тебя? А, который стал города. Был 3.50, стал 2.8. Пришлось заменять на это говно. Он медленнее стал, да? Быстрее. А фантом максимально медленный, пушки нужны. Почему? Вот ему сейчас безотвратимый бис, это лук. С, почему он медленнее? Типа медленнее, урока, больше, да? Разового урона. А, ну я понял. Это да. Как умилик. Сразу бери тот трэш. Ладно, я приведу. Думаю, не сдохну. Кого? Митл, ебош. Кстати, мне показалось, или они починили косты у Андеда, типа с правой руки летит, блядь, как надо. Так, ну и у драктиров раньше, типа, в форме дракона. Погоди, вот сейчас надо проверить, я что-то не пойму. Просто это больше понять не на ШП, нежели, блядь, на мной Лене. Сейчас цепушку кастанем. Ну да, смотри, слушай, блядь. Нормально. Наконец-то, блядь, не прошло и 2 года, как я оставил репорт. А ну и у драктира так было, типа, он выставляет вперед правую руку, а косты из левой, которая сзади, блин, болтается. Ну да-да-да. Ну я репорт по поводу формы этого скелета Андеда оставлял еще 2 года назад, пока у меня пермача не было. Сначала нужно выбрать цель. Ну, только дожили, блядь, походу.
Да, почему у меня периодически микрофон появляется, я вижу, блядь, пол хуя. У тебя реагирует на звук? Да не может такого быть, у меня звук вообще стоит, даже я убавил еще на наушниках в браузере, блядь. Еле слышно, нахуй, сам еле слышу. Так, блядь. Даже микрофон еще поднял. Хрень какая-то. Хрен просто говнище. А ВК-ивент как тебя перед ластом? Нормально, есть время поразмыслить. Товарищи знатоки. А, не, нихуя они не починили, блядь. Скелета, они только андеда, походу, починили. И то это старая моделька была, а не новая. Вот эта от сферы обмана. Надо смотреть на новую модельку. Походу нет, потому что вот этот скелет, как новая моделька у них. Анимация. Ну да, нихуя они не починили, блядь. Кинуть нас. Дэна. Тут не зеленые. Ну когда я чувствительный симптом, чтобы там не зеленый. Сейчас. Рега. Ну, вроде, блядь. С той стороны тоже надо запулить. Не туда. Вообще не. Я веду остальные. Если не откисну по дороге. Ну их в центр бы вывести, конечно. Только не подойди под медиво, не надо туда идти. Кто умирает, там его. Медив сам не пулится тебе, если надо базарить. Больше подходить. Меня лишь? Да. Как вы, блядь, дамажите?
Не, ну я дал двойной на пул. На этом мои полномочия все. Не, ну вот я видел, он хуярит, блядь, и не собран. Потаргистан. Блядь, смотри на мини-карту, где у тебя портал Митивол. Видно, видишь горы? В зеленом фоне. Когда пробегаешь. Как-то так прерывчисто. Как же ММ сохнут теперь, это жесть. Между пак. Нормально. Почему? Ты 5 давал монорек раньше, сейчас нет. Ты из-за этого? Нет.
Полезно. Меч хуя не за спину. Понял. Ой, лучше кристалл. А вот это за спину, клинок. Нет. Тоже нет. Да, я... Сейчас на магии у меня был на циркуле этот клинок. Это... С БК какой-то другой клинок. Вроде с... Как его? С того РБК, который возле Санвелла. Кильденаси. Похожий. Да? Парень. Просто да. Помню, вроде этот. Может, за ней смотреть туда. Нормально, у меня после ЗС-ки маунт никто не забрал, троллил. Ты как-то прерываешься. Короче, понятно, блядь. Усиление микрофона возвращаем назад. Опа. Это чего? Залп КП... стрел и магия крови продамажила. У нас он чудненько кашля. Да, нафиг.
Гул'дана пройдет по этому миру, как стая саранчи. И все мои замыслы, все мои тщательно выстроенные планы наконец-то исполнятся. Не достаю. Слишком далеко. Сначала нужно выбрать цель. Мне нужно... Я не допущу этого, Мал'ганис. Лучше эти люди погибнут от моей руки, чем станут твоими рабами после смерти. Нужно подойти поближе. Я пока не могу использовать эту силу. Не сейчас. Слишком далеко. Слишком далеко. Я пока не могу использовать эту способность. Еще нет.
вы еще в этой РБК пойдете, не? В РБК? Не, мы один заход тут. Слишком поздно. Блин, опоздал за минут 10, когда мы собирали. Ну, бывает. Блин, ролички больше. Поспешите, Айн, встретимся у городской ратуши. Мы должны сразиться с Волканисом на его территории. Что я смог добраться что сюда раньше угодно? Чумы. Что это за магия? Есть еще кое-что, кроме плети. Я использовать. Снова черная магия. Будьте готовы ко всему. Будьте начеку. Нас окружили. Я не могу атаковать эту цель. Я пока не могу. Алганис не собирается облегчить нам жизнь. Что еще он поставит у меня на пути? Неподходящее. Принц Артас Менитил, в этот самый день могущественное зло поглотило твою путь. Смерть, которую ты должен был принести другим, сегодня придется тобой. И никакие слова и поступки меня не остановят. Я не могу атаковать эту цель. Неподходящее. Посмотрим. Кратчайший путь к Малганису находится за тем книжным шкафом. Камасутру? Да ты сам нарисуй. Ты знаешь, как это делается? Это
школе не учился, блин. Слава свету, что потайной ход еще работает. Из любой книжки можно было сделать. Че, приведут раш? Ну, а трал еще запомнишь. Ой, трала, блядь. Тартса. Заебись, Ардас мимо всего этого пробежал. Нет! Нормально мага, карусель там, блядь. Ну паутина, не могу двигаться. Там уже другой трэш пиздит. Ну, он прохиливается же. Да. Должен. Давай, влетай, прижимайся. То есть ты без земли трассу только нахуярил, да? Нет, в смысле. У меня там написано 90% это статически. Ну, я один кинул, и дальше статик, да. Пиздец. Ну, а маг там хули бомбу повесил, три, и у него уже там пиздец. А мне тут надо настакаться, поменять таргет, блять. Зашел на левого РБК, это просто... Этого скилла нет просто в игре, земля тряс. Там урона 0. Ну, когда большие паки, да. Вот так. Более-менее заходит. Почему? Раньше она была топовая, когда она замедляла. Ну да, прикольно было трэш в целка в соло фармить. Ну да. Огонь еще не добрался до торгового ряда. Молганец должен быть на площади рыцарей, да, которые находятся недалеко отсюда. Скажите мне, как будете готовы идти дальше? Мы покончим с этим сейчас же, Молганец. Один на один. Я не О, красным. А всем одинаковые, что ли, падают? Конечно. Охуен. Ну все, получается, всем спасибо. Сейчас, спасибо.